Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь. 15-й триумф. Спасибо вам огромное всем, что вы сегодня с нами. Чемпионов Дакара встречают на родине. Легко ли камазовцам поддались дюны? Рамиль Шайдулин. Казань в снежной пелене, как пытаются разгрести улицы. К 7 утра начал, но видите, не успеваем. О дорожной обстановке в столице. Альбина Минибаева. 36 тысяч гектаров сельхозземли используют в Татарстане не по назначению. Жилые дома, заправки, кафе, отели. Подробнее об этом Анна Городнова. В Татарстане сегодня ждут Владимира Путина. Он прибывает в республику с двухдневным визитом. По программе Кремля президент посетит авиационный завод и Казанский университет, встретится со студентами со всей страны на молодежном форуме. Это уже 13-й приезд Владимира Путина в республику. Первый состоялся в далеком 2000 году. Чем ознаменовались и чем запомнились эти визиты, информацию собрала Лина Зинатулина. 2000 год – самое первое знакомство Владимира Путина с Татарстаном. Он приезжает внезапно, буквально за два дня предупредив первого президента Минтимера Шаймиева. За национальным колоритом гостеприимной земли прямиком на Сабантуй, где он с удовольствием участвует в народных забавах и делает первые шаги в татарском языке. В том же году президент возглавил комиссию по подготовке к тысячелетию Казани. Задача, ориентированная на качественное развитие всей городской среды Казани. Очередное заседание в столице Татарстана 30 августа 2002-го. Здесь же президент участвует в третьем съезде Всемирного конгресса татар. Мы должны принимать особые меры для того, чтобы сохранить культурное наследие нашей страны. И в юбилейный 2005 год тоже с татарстанцами. Подготовка к тысячелетию вывела столицу на такой уровень, что президент принимает решение провести здесь саммит глав государств СНГ. Встречу ранее невиданного для города масштаба. Сюда приезжают президенты, главы. И, конечно, Владимир Путин свой на народных гуляниях. Настолько, что вечером в оперном театре произносит на татарском языке уже целую речь. Казанин мен елык, язмышында россиянин, эхиметли тарихи этаплары. Очередной визит уже в 2008 году, на этот раз в набережные Челны. В тяжелый для автопрома год Путин буквально спасает от кризиса КАМАЗ, принимает решение выделить больше 50 миллиардов рублей и возвращается через год в статусе премьера. Оценивает новый цех дизельных двигателей на КАМАЗе. Осматривают стройку завода ТАНЭКа, в которую серьезно вложился федеральный центр. Тогда же Владимир Путин проводит совещание по развитию химической отрасли, а в 2012-м вновь возвращается на КАМАЗ, где с конвейера сходит 2-миллионный по счету грузовик. В 2016-м президент приезжает на 40-летие КАМАЗа. Оказалось, следит Путин и за чемпионами Дакара командой КАМАЗ-мастер. На заводе лично пообщался с гонщиками. В этот же приезд он вместе с Рустамом Минихановым запускает крупнейший завод минеральных удобрений аммоний в Менделеевске. Хочу вас еще раз поблагодарить за проделанную работу. А это 2010-й. Перед Казанью новая высота. Универсиада 2013. Огромный стадион «Казань-Арена» свою высоту только набирает. Владимир Путин оценивает готовность сразу 7 объектов. Он лично контролирует подготовку к студенческим играм, а в 2013-м приезжает снова на открытие. От имени гостеприимной России приветствую вас на всемирной летней универсиаде в Казани. Исямисис! С тех пор Казань – спортивная столица России и постоянная хозяйка соревнований самого высокого уровня. В 2015-м Владимир Путин приезжает открывать ЧМ по водным видам спорта. Годом позже – чемпионат Европы по дзюдо. В радости и в горе в 2011-м визит по трагическому поводу. В крушении теплохода «Булгария» погибли более сотни человек. Владимир Путин собирает правительственную комиссию. На контроле и духовное наследие Владимир Путин посещает остров Град-Свияжск. Побывал и в Древнем Болгаре, живо интересуясь возрождением исторических мест. Эти два объекта вошли в федеральную программу по возрождению памятников. Это тоже раскоп какой-то, да? Это очень интересный раскоп, это белые бани. А уже сегодня вечером Владимира Путина вновь ждут в Казани. За два дня он посетит Казанский авиационный завод и оценит демонстрационный полет Ту-160. Пообщается с президентом Рустамом Минихановым, а на молодежном форуме встретится с 5000 студентов со всей России. Лена Зинатульна, Александр Сабиров, ТНВ.
Рустам Миниханов завершил свой рабочий визит в Давос, где проходит Всемирный экономический форум. В своем инстаграме президент поделился фотографиями делового завтрака компании ВТБ «Капитал». За эти дни Рустам Миниханов провел ряд встреч с представителями иностранных компаний. Так, фирма «Эриксон» заинтересована в открытии в Иннополисе своего научного центра. Развивать сотрудничество Татарстан будет и с индонезийской компанией, национальной корпорацией Китая. Кстати, в Швейцарии сейчас, как и у нас, сильная метель и снегопад. Метет в Давосе, метелит и в Татарстане. 1500 тонн реагентов против гололеда, 700 единиц дорожной техники и 10 тысяч тонн снега, которые уже вывезли из Казани. За два дня выпало 65% месячной нормы. Коммунальщики работают в авральном режиме. При этом синоптики пока не дают утешительных прогнозов. Альбина Минибаева с казанских дорог. Мамадышский тракт, скорость потока здесь 30-40 километров в час, а сейчас уже 10 часов утра. Да и согласно Яндекс.Пробкам, здесь пробки 8 баллов. Итак, почти по всей Казани. Город в снежной пелене, плохая видимость и снегопад. В итоге постоять пришлось многим, кому-то удалось проскочить, а кто-то сегодня поработал лишь полдня. Нормально проехал, дороги чистят вроде. Да, на работу. Опоздали, нет? Да, конечно, уже время 11 почти. Полтора часа еду. По казанским дорогам и день, и ночь. Чтобы с утра автомобилистам было хоть как-то легче, все коммунальщики переведены на усиленный режим работы. За два дня выпало 65% месячной нормы. Так сразу весь снег невозможно вывести со всех улиц города, должно быть понимание у населения. Вот. Надо подождать 2-3 дня, дорожная служба справится с этим объемом. По тротуару можно пройти, ну, надеемся, снега станет меньше, и как бы, чтобы не было таких... Ну, больших проблем, в общем-то, у самих дорожных служб с этим. Если бы одно дело, это снег неделю тут лежал бы, а другое дело, что оно вот только выпало, но его еще не расчистили. Из центра в периферию вот техника чистит дороги авиастроительного района. Сверху снег, а сбоку легковые. Местами просто не проехать. Они ни сигнализацию, ничего не включают. Им пинаешь, и толку нет. Из-за них у нас это весь все срывы. Некогда отдыхать. Ладно, давайте. Всего доброго. Никогда нет. Погоду не утихомирить, поэтому сегодня Андрей Алешин с подмогой. Да и прогнозы для коммунальщиков пока неутешительны. Во всяком случае, по интернету смотрел, по-моему, еще сутки он будет падать. Но если посмотреть, если не убирать, то завтра я уже не сдвину его. Снег продолжит засыпать дороги и завтра. Синоптики прогнозируют метель и заносы. Сегодня на дорогах уже 700 единиц техники, а завтра добавят еще. Больше на 40%, чем обычные дни. Альбина Минибаева, Андерсен Тальцев, ТНВ, Казань. Нелетная погода не помешала прибыть им вовремя на родную землю. Россия встречает триумфаторов Дакара. Буквально два часа назад команда «КамАЗ-Мастер» прилетела в родные Челны. За плечами новые рекорды, а в руках золотые бедуины. Рамиль Шайдулин спросил победителей, о чем они мечтали на Дакаре и почему эта гонка стала самой экстремальной. Это победа и это признание. В Шереметьевском аэропорту фанаты и пресса, репортеры и операторы. Все камеры и внимание к золотому бедуину, 15-му по счету в копилке команды за 15-ю абсолютную победу КамАЗа на самой экстремальной гонке планеты. Спасибо вам огромное всем, что вы сегодня с нами. Что вы сегодня приехали встретить команду и две недели... Были рядом. Две недели и 8 тысяч километров. Зной и аргентинское бездорожье. На Дакаре у татарстанцев новые личные рекорды. Во второй раз самым быстрым стал Эдуард Николаев. Так Николаев повторил рекорд Владимира Чагина два года подряд, оставаясь абсолютным чемпионом, несмотря на трассы и условия. Напомним, вот как КамАЗ побеждал в 2011 году. Машина доезжала до финиша через заросли. И вот как 4 дня назад татарстанские джиггернауты в непреодолимых дюнах. Теперь можно и выдохнуть. КамАЗовцы приземляются в родных Челнах. Не было выпущено и шасси, но самые близкие люди ждали уже у трапа. Отслеживали все его, как бы, как сказать-то, дни, поездки, все точки. Очень волновались, ну, болели. Переживали. Понимая, что фанатов будет много, въезд на парковку аэропорта Бегишева только через пароль. Подъезжающих просят произнести «Дакар-2018», подтвердить, что навстречу. Конечно же, хотелось доставить радость болельщикам.
нигде так не встречают, как у себя дома на родине, в набережных Челнах, на любимом заводе. Тепло и долго. Ожидаемо так и встретили в Челнах, где до последнего верили, что их гордость вновь станет первой. И в этот раз ради российской победы КамАЗ-мастер обскакал самих себя, побив собственные рекорды. Рамиль Шайдуллин, Дина Газалиева, Александр Ярошов, Ильшат Аюбов, Альберт Шефигулин, ТНВ, Московская область, Челны. Придорожным сервисам, отелям и кафе не место на землях сельхозназначения. Сегодня на коллегии Россельхознадзора и Управления ветеринарии озвучили районы, где не работает земельный контроль. Говорили о новой программе по борьбе с борщевиком. Ее приняли до 2020 года. Где нужна срочная вакцинация и кому грозят миллионные штрафы, расскажет Анна Городнова. Складируется песок. Там уже идет граница промышленности, вот здесь вот все сельхозское вот это получается. Здесь добывали щебень и известковую муку. Сомнительный карьер обнаружили буквально 2 месяца назад жители села Надеждина Пестричинского района. Проверка Россельхознадзора показала, работали подрядчики на земле сельхозназначения. Казанской фирме теперь грозит крупный штраф до 700 тысяч рублей. За прошлый год в Татарстане выявили 40 таких незаконных карьеров. 36 тысяч гектаров сельхозземель не используются. Ждут перевода в иную категорию, то есть вывести из сельхозоборота и застроить, естественно, под ИЖС. На сельхозземле строят кафе, отели, заправки. Грубые нарушения выявили в Мамадышском, Зеленодольском, Менделеевском районах. Материалы направили в прокуратуру. Здесь можно задуматься о наличии коррупционной составляющей. При должной организации работы муниципального земельного контроля значительная часть сельхозземель могла уже быть вовлечена в сельхозоборот. Они на ваше присутствие должны относиться не как такое, слушай, салям-салям, кильдин, магани, хандер, айда, вершин, яхшей, яхшей. Наставление ветеринарной службе дал глава Минсельхоза. Он посоветовал быть принципиальными в своей работе. Республика продолжает оставаться в окружении очагов вирусов. На границах зарегистрирована африканская чума свиней, нодулярный дерматит и ящур. Удержать республику абсолютной изоляции, стерильной, от этих проблем не удалось. Вот эти два факта и АЧС на Нурлатах, хотя ладно, это так какое-то маленькое подворье, и Лаишевская птицефабрика по птичьему гриппу, это значительный наш совместный недоработок. Птичий грипп выявили в продукции из Ростова в Челнинской компании. В Лаишевском районе из-за инфекции уничтожили все поголовье и яйца. Сейчас там будут сжигать и корма по решению суда. Руководство птицефабрики отказывалось это сделать добровольно. В республике также выявили нарушения по перевозке продукции без документов и правил содержания птиц и животных. В основном эти нарушения у КФХ и средних предприятий малых форм собственности. Оздоровление дойного стада – задача на этот год. На диспансеризацию уже поставили более 200 тысяч коров. Татарстан, как лидер страны по производству молока, должен контролировать качество продукции. Рассчитывает, когда страна завалена молокообразным порошком, когда еще будет наведен порядок, хотя это не только ваша задача, структура Россельхознадзора. Здесь всем миром надо навалиться, если кто-то озадачен иметь здоровье собственной нации. Кадровый вопрос тоже на повестке дня. В Татарстане не хватает ветеринарных врачей. В Ознакаевском районе из 14 хозяйств они есть только в 7. А на 13 отделений Камско-Усинского района приходится 3 работника. Несмотря на то, что ежегодно ветеринарный университет выпускает десятки специалистов, на селе их практически не видят. Средняя зарплата всего 10 тысяч рублей. Сейчас предлагают доплату и единовременную выплату 35 тысяч. Анна Городнова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Набережные Челны и Казань возглавили эко-рейтинг крупнейших городов России. Об этом сегодня на сессии Казгордумы сообщил министр экологии республики. В эко-списке Казань и Автоград оставили позади Воронеж, Горно-Алтайск и Грозный. За год экологии в Татарстане восстановили озеро Лебяжье, провели реабилитацию Казанки и рекультивацию Самосыровской свалки. Кроме того, число экологических нарушений в республике за последний год снизилось почти на треть. Так, например, в 2014 году по Казани системой автоматического контроля загрязнения атмосферы было зафиксировано 4876 превышений, а по итогам 2017 года всего 245. Отмечу также, что по итогам 2017 года сокращение общего количества нарушений природоохранного законодательства в сравнении с 2016 годом составило 26%. Это новости Татарстана, и вот о чем далее.
Продажи выросли, а количество отравлений снизилось. Попадались плохие напитки, да. Люди травились, потом болели. Об итогах работы госалкогольинспекции Салават Мухаммадуллин. Вместе лучше. Очень здорово, что стали проводить такие мероприятия. Почему российские студенты приехали учиться в Казань, расскажет Дмитрий Аринин. В Москве проходит профильная выставка пластмассы, каучука и интерпластик. Свою продукцию здесь представило татарстанское предприятие «Нижнекамскнефтехим». Подробности в нашем следующем материале. Нижнекамскнефтехим – одно из крупнейших нефтехимических предприятий страны. В его составе 9 заводов. В ассортименте выпускаемой продукции более 120 наименований. Интерпластика 2018 позиционируется как выставка номер один в России для ведущих производителей пластмассы и каучуков. Стенд мы используем как для переговорного процесса. То есть мы встречаемся с нашими партнерами, нам есть что показать, нам есть что рассказать. И самое главное – выслушать наших партнеров. Мы обсуждаем вопросы качества, вопросы коммерческого характера. В этом году запланировано порядка 60 встреч. Это связано с разработкой новых марок пластиков, с расширением области применения продукции и освоением новых рынков. В 2017 году Нижнекамскнефтехим произвел линейного полиэтилена низкой плотности 140 тысяч тонн, а в планах увеличить цифру на 20 тысяч тонн в год. Делается акцент на развитие производства сополимеров пропилена и этилена. Наша задача произвести как можно больше уникальных марок. Это сополимеры пропилена, так называемые, блок сополимера, рандом сополимеры. Мы как раз встречаемся с этими переработчиками. И, например, в прошлом году мы освоили новую марку линейного полиэтилена для выдува и для ламинации. Вот наша задача продвигать ее на рынке. Профильная выставка в Москве продолжит свою работу до 26 января. Повысить контроль на рынке алкогольной продукции. Этому поможет система ЕГАИС. Татарстан одним из первых регионов в стране начал борьбу с контрафактом. Вот итоги. Диагноз алкоголизм ставят все реже. В госалкогольинспекции сегодня прошла коллегия. Сколько контрафактных литров удалось изъять и когда введут поштучный учет бутылок, знает Салават Мухаммадуллин. Попадались плохие напитки, да. Люди травились, потом болели. Это вот в пятилитровках, да? Это пятилитровках, да, и в стеклянных бутылках тоже. Попались на ценовую уловку. Пока одни учатся на своих ошибках, госалкогольинспекции пытаются уберечь от нелегала других. Как ни странно, рост продаж алкоголя здесь значит более здоровое население. В Атнинском районе реализация водки уменьшилась на 11%, в Чермишанском на 9%, в Тетюшевском на 6%, в Верхнеуфимском на 5%. А за этими падением объема продаж водки стоит рост ее нелегального оборота. Число алкогольных кулибинов уменьшилось в два раза. Самогон не в моде. Зато оказывается в тренде контрафакт. Только в 2017-м из-за незаконного оборота изъято 260 тысяч литров алкоголя. На руку преступникам играют слабые знания татарстанцев в этой области. Надо покупать в универмаркете большом, в гипермаркете. Просто в таких киосках нельзя покупать. Вот и все, мне кажется. Бутылку надо перевернуть, и там какой-то осадок наверху или что ли. Статистика все же говорит о положительной тенденции. Продажи легального алкоголя в республике выросли на 3%, а количество отравлений, напротив, снизилось сразу на 10%. Сократилось количество больных алкоголизмом и лиц, злоупотребляющих алкоголем. Необходимо держать на контроле данный вопрос, добиться роста легальных розничных продаж алкогольной продукции, снижения последствий потребления населением алкогольной продукции. В этом году планируется ввести поштучный учет бутылок в системе ЕГАИС. Для участников легального алкогольного рынка это грозит определенными хлопотами, но при этом подделки с прилавков должны уйти в небытие. Салават Мухаммадуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Обеспечить бесперебойное электроснабжение на чемпионате мира по футболу и в период проведения выборов президента России. Такие задачи поставили перед предприятиями и спортивными объектами. В Татарстане создан оперативный штаб по энергетике. Его работу обсудили сегодня в Доме правительства. Главным энергетиком чемпионата мира по футболу по распоряжению президента Татарстана назначен министр промышленности и торговли Альберт Каримов.
В Татарстане продолжается учеба членов избирательных комиссий. Изучают порядок рассмотрения заявлений, жалоб, как обрабатывать избирательные бюллетени и работе с так называемыми мобильными избирателями. Это те, кто находится в отпуске, командировке или проживает не по месту прописки, но хочет отдать свой голос в удобном месте. Им нужно заполнить онлайн-заявление на сайте госуслуг. Семинары проходят в Буинском, Балтасинском, Апастовском, Дрожжиновском, Кукмарском и Кайбицком районах. По завершению деловая игра по детальной отработке действий непосредственно в день голосования. Сегодня уже посещаем 11-й район нашей республики, встречаемся со своими коллегами, членами участковой комиссии, членами территориальной комиссии, для того, чтобы еще раз обсудить все эти изменения, все эти нововведения, еще раз вспомнить всю нашу работу в день голосования. На территории предприятия «Казань-Оргсинтез» открылся свой банковский офис. Удобное расположение и особый график работы специально для работников завода. Подробности далее в материале. Веселая музыка, воздушные шары и бурные аплодисменты. Открытие дополнительного офиса на территории завода стало настоящим праздником. Здесь сотрудники и руководители «Казань-Оргсинтеза» и группы «ТАИФ», руководство банка «Аверс». Поддержим этот торжественный момент теплыми овациями. Просторный офис разделен на зоны обслуживания клиентов, операционный зал и пространство 24/7. Воспользоваться банкоматами можно в любое время суток. А сам офис работает по специальному графику для работников завода с 8 утра. «Казань-Оргсинтез» – крупнейшая системообразующая предприятие Республики Татарстан. Банк «Аверс» является одним из основных финансовых институтов, которые обслуживают это уникальное предприятие. Мы благодарны руководству, каждому заводчанину за то, что они работают с нашим банком. Банк «Аверс» постоянно работает над улучшением своих банковских услуг для своих клиентов, и поэтому мы очень рады, что здесь мы сможем оказывать наши услуги в полном спектре. В новом офисе доступен весь спектр банковских услуг для физических лиц. Потребительское, ипотечное кредитование, оформление банковских карт, открытие вкладов, платежи и обмен валют. А юрлицам и индивидуальным предпринимателям банк «Аверс» предлагает кредитные продукты на привлекательных условиях и услуги по расчетно-кассовому обслуживанию. Они талантливые, активные, их много. В Казани открылся Всероссийский образовательный форум «Вместе вперед». Узнать, как лучше идти по жизни, в Татарстан приехали более 1000 студентов из 40 российских регионов. Лекторы-эксперты – тоже известные личности российского масштаба. Кто и чему учил студентов, узнал Дмитрий Оленин. Московские студенты-медики разминаются сами и показывают другим, как лучше физически подготовиться к умственным занятиям. Ради света, науки во имя. Форум собрал представителей студенческих клубов, то есть ребят, которые помимо учебы занимаются еще и общественной работой. Так клуб «Энергия добра» из Казанского энергоуниверситета протягивает волонтерскую руку помощи на различных мероприятиях. Клубы, на самом деле, они заставляют двигаться человека. И таких клубных активистов в Казань съехалось более 1000. Это представители 38 российских регионов. Студенчество должно развиваться, мне кажется. И вот именно такие форумы позволяют нам идти в ногу со временем. Обмен опытом – это, наверное, самый главный плюс, по которому захотелось приехать. Здесь можно заводить знакомства с клубами из других регионов и делать мероприятия всероссийского масштаба. Студенты будут учиться, учиться и учиться в неформальной обстановке и у известных людей, а еще и общаться и делиться опытом. Так раскрывать творческие таланты помогал известный российский актер Максим Бобков. Я тогда донести только хотел одно, что если вы чувствуете себя в чем-то, хотя бы пусть немного, но уже профессионально, надо предлагать себя этому миру. Вся образовательная программа поделена на 6 секций. Помимо творчества, это обучающие диалоги о науке, спорте, масс-медиа, межнациональных отношениях и патриотизме. Это такая точка сборки, то есть до этого уже была по стране целая череда форумов, поэтому ребята уже подготовленные. Мы хотели приурочить к большой дате Татьянин день, 25 января, и мы хотели, чтобы это было не только ради развлечения, но и ради смысла. Поэтому добавили вот этот день первый, для того, чтобы, собственно говоря, об этих смыслах и поговорить. Не просто учеба, но и награда ждет участников форума. Завтра, в День российского студенчества, на большом концерте лучшие студенческие клубы будут отмечены рекомендацией на получение грантов. Дмитрий Оренин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Самую красивую девушку республики выбирают сегодня в Казани. Меньше часа назад в пирамиде стартовал финал юбилейного 20-го конкурса «Мисс Татарстан-2018». В жюри мэтр российской моды Вячеслав Зайцев. Среди претенденток на главный титул 30 красавиц. И среди них Лина Зинатулина. Она сейчас находится там. Лина, добрый вечер. Определились ли уже явные фаворитки?
вечер, Алексей. Финал стартовал буквально несколько минут назад. Прямо сейчас по подиуму вышагивают претендентки на главный титул, пока их объявляет ведущий. Выбирать лучших сегодня, как всегда, непросто. В финале 30 самых-самых красивые, разносторонние, творческие девушки со всей республики от 14 до 23 лет. Кто же достойнее всех продемонстрирует наряды последней коллекции Вячеслава Зайцева? Самой уверенной походкой пройдет дефиле в купальнике и поразит всех блиц-интервью. Надо сказать, у конкурса в этом году юбилей. Уже 20 лет он дарит татарстанским красавицам возможность покорять мировые подиумы. Вот что говорят сегодняшние участницы и организаторы. Это возможность быть замеченной всероссийскими конкурсами красоты, затем, возможно, дальнейшее продвижение в других конкурсах красоты, талантов, артистического мастерства. Безусловно, то есть 20-летняя история конкурса говорит о том, что мы участвуем, завоевываем самые престижные титулы и участвуем в самых престижных конкурсах. И у нас здесь и значит, представители модельных агентств есть, да, то есть и самое главное, что в жюри конкурса генеральный директор по национального конкурса «Мисс Россия». Ну а чьи же длинные ноги сегодня приведут к победе, мы узнаем в конце вечера. Здесь два главных титула «Мисс Казань» и «Мисс Татарстан». Их обладательницы получат путевку уже на конкурс «Мисс Россия». У меня все, Алексей. Спасибо, Лина. Это было прямое включение из пирамиды, где проходит финал конкурса «Мисс Татарстан». Далее прогноз погоды. Ну а я прощаюсь с вами до вечернего выпуска. Он выйдет в 21:30. Всего вам доброго. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Самый зрелищный, непредсказуемый и фееричный матч регулярного сезона. Именно так оценили противостояние Ак-Барса и ЦСКА болельщики хоккея. Посмотреть на игру лидеров Востока и Запада мечтал каждый. 10 голов и неожиданное спасение по ходу встречи – это лишь малая часть хоккейного шоу. Такого зрелища не было в Татнефть-арене давно. Сначала вперед выходит одна команда, дальше другая сравнивает. И так по несколько раз. А голы и вовсе просто на загляденье. На третью 20-минутку соперники вышли при равном счете. Победитель определялся в заключительной части. И кто бы ни выиграл, ясно было одно – хоккейное шоу состоялось. Ак-Барс взял реванш и дважды смог огорчить соперника. Итоговый счет – 6-4 в пользу Казани. Много говорили, много обсуждали, вот, что нам делать и как нам делать. Поэтому все то, что мы хотели, мы сделали. Международный олимпийский комитет запретил болельщикам проносить на трибуны флаги государств, которые не участвуют в Олимпийских играх. Таким образом, под запретом оказался и флаг России. Соответствующие символы нельзя проносить как на сами состязания, так и на тренировочные объекты игр. Следует из сообщений пресс-службы Оргкомитета Олимпиады 2018. Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчане. Российские атлеты выступят на них в статусе нейтральных спортсменов из-за последствий допингового скандала. И с каждым днем допущен на игры россиян становится все меньше и меньше. Олимпийские чемпионы Антон Шипулин и Виктор Ан также оказались вне заявки. А волейболисты «Зенита» снова отправились в учебное заведение. В рамках проекта «Школьная лига» Зеленодольскую гимназию номер 3 посетил Никита Алексеев. Диагональный казанского клуба второй раз в сезоне с удовольствием отправился в гости к школьникам, на этот раз проделав неблизкий путь соседнего города с Казанью. Теплые объятия с детьми, армейские воспоминания, сломанный нос с поздравлениями на день рождения для Артема Вольвича. Учеников интересовало практически все. По доброй традиции школьники получили памятные подарки от волейбольного клуба и были приглашены на домашние матчи «Казан» «Зенита». И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте, вы смотрите прогноз погоды. В начале выпуска полезная информация. Спонсор показа – изготовитель корпусной мебели на заказ компании «Данил Мастер». Весь январь «Данил Мастер» дарит своим клиентам 20% дополнительной скидки на изготовление кухни или шкафа-купе. «Данил Мастер», город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2-167-166. По данным сервиса «Яндекс.Погода», на юго-востоке Татарстана осадки не прекратятся и 12 градусов ниже нуля. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге облачно и снежно, до 10 градусов мороза.
На севере Татарстана Менделинский, Агрызи, Менделеевский выпадет снег, местами метели и также минус 10. Пасмурный снежный циклон не спешит покидать и северо-запад республики. Тут до 11 градусов ниже нуля. На юго-западе, в Болгаре, Буинске, Дрожаном синоптики обещают минус 10, выпадет снег. В центральных районах республики, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше также выпадет снег и 11 градусов мороза. На дорогах гололедица, будьте предельно внимательны. В Казани по-прежнему облачно, выпадет снег. Температура воздуха минус 9-11. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 769 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 87%. Магнитное поле Земли спокойное. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.